Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Километр видеопленки, 1000 телефонных звонков, 5 килограммов кофе, 20 пузырьков валерьянки. И все это результат 6500 часов непрерывной работы. Именно столько программа «Орск. Инструкции по применению» вещает на канале ТНТ Орск. Кто-то за это время выносил и родил ребенка. Тем временем наши дежурные справлялись с усталостью и страхом. Это незабываемое ощущение на самом деле. За 9 месяцев дежурные по рубрикам неоднократно выходили замуж, беременели и даже рожали в самых экстремальных условиях. Девушка, вы рожали? Смешите меня! Не смешите! Отдай кружку! За время работы программы дежурные неоднократно поднимались в небо. К взлету готово! Взлет разрешил. Давай! Не тихо! Толкайся! Давай, толкайся! Давай, Любава! Давай! Дежурные меняли не только подруг, мужей и личные пристрастия, но даже внешность. А также были замечены в связях со звездами. Спасибо большое. Инструкция по применению, между прочим, новая передача. Дежурные успели побывать практически везде, от роддома до злачных мест. В аэропорту, на вокзале, на воде и в воздухе дежурные по рубрикам инструктируют вас о том, как выжить в условиях нашего города. 9 месяцев назад была совершенно другая программа по сравнению с той, которую мы смотрим сейчас. А сейчас это на самом деле полезный и интересный инструктаж. Дежурные по рубрикам стараются найти наиболее интересные темы и донести их до орчан, чтобы они могли выживать в условиях нашего города и решать проблемы при помощи Орск инструкции по применению. Это не Москва инструкция по применению, это именно Орск, инструкция по применению, и благодаря этой программе вы можете решить свои проблемы. Орск инструкции по применению – это не только ведущий Михаил Козлов и все дежурные. Это ответственный штат работников, который всегда за кадром. Жизнь программы не всегда праздник. Так удобнее, да? Угу. Следите за тем, что вы выкидываете, куда выкидываете и как выкидываете. Зоя, дежурная по рубрике. В общем так, как хотите, но интервью чтобы было. Вам понятно? Для мужественных девушек в красных косынках нет ничего невозможного. Ведь главный лозунг программы – все за хорошую инструкцию. Работы Орск инструкции по применению за 9 месяцев. За это время ни одно живое существо не пострадало. Все ущербы были возмещены. До года осталось ровно 3 месяца. За это время можно совершить 12 подвигов. Ульяна, дежурная по рубрике.